Всем доброе. Бонжорно, сеньоры. О, и сеньориты. Мы в Италии, отдыхаем пока. Тут все цело, я уже обходил. Народ разъехался. Переехал вчера. Все-таки с места стоянки для бусов, для автобусов, сюда вот, на парковку для грузовиков. Все свободно, эти все уехали, а так вчера вечером чуть влез сюда. Сегодня жарко опять, 34 по градуснику. Ну, пойдем. Чуть попозже я внутри, там магазин есть, кафе, я вам все покажу. Душ бесплатный, оказывается, тоже в Италии. Я не знал. Пойдем видео заливать. И тогда это... Ну и покажу все там, как внутри выглядит. Там прохладно под кондиционером. Сейчас. Завтрак тут туда-сюда. Подготовим к заливке. И пойдем заливать YouTube. Походу там Wi-Fi можно украсть. Открывать двери. Вчера перед сном завел где-то на час, на полтора под кондиционером. Поработало. Потому что все так угрелось. Хотя я остановился здесь вот так специально, потому что вечером солнце, вон оно. Оно будет сзади. Не так жарко. А сейчас вот видите, с этой стороны никого нет, все становятся с той стороны. От солнца на паузы. Здесь стоят со мной только те, кто со вчерашнего вечера остались. И тут все стояло, все забито. Киртек РФ заглушил, наверное, собирается куда-то ехать на погрузку, подготавливает температуру. Ну, я так думал, а сейчас что-то заглушил РФ. Ну, вот это все, что стоят, это с ночи. Вот так. Ждем. Шансов сегодня, что нас загрузят, мало. Не вообще минимальный. Но шанс он есть всегда. Ну а пока, после утренних спа-процедур, вот такой наш скромный завтрак. Парочка бутербродов, не просто батон, там еще колбаса есть. Это польская ветчина. Сидим, завтракаем, сейчас начнем компьютерные дела мутить. Все разъехались, даже Киртека уехала. Вообще один стоял, потом подъехала тут. Вот машинка, вон машинка. Напротив тут есть люди. Подъезжают, уезжают, день. Народ работает. Мы пока балдеем. Все, приятного аппетита. Пойдем. Wi-Fi поворуем. Ну вот, как видите, итальянцы не вымерли, как мамонты. Нет никакой паники. Жизнь течет обычным чередом. Все как всегда. А тут прямо тут Италия, Италия. Италия вымирает. Люди ходят, смеются, улыбаются. Единственное, что да, вход во всякие вот такие места скопления людей в масках. То есть вот внутрь надо заходить в масках. Ну, что мы и делаем.
люди кофе заказывают. Даже сюда открыли, а я здесь не был наверху еще. Пожалуйста, ресторанчик, кофе. Вчера был закрыт вечером ресторан, сегодня открыт. Но мы сюда не пойдем. Я там другое место себе присмотрел. Кстати, тут можно, видите, и мяско купить, такие колбаски. Сейчас покажу. Тут даже, ну, не хамон. Ну вот такая красота продается. Правда, не знаю ценника, надо смотреть. Вот, видите, вкусняшка такая. При заправке магазинчик. Тут видите, и хлеб, и бутерброды, и гамбургеры. Ну и ценники такие, что ой-ой-ой. А так вот. Вот здесь за столиком под кондиционером сейчас расположимся. Грязноватенько. Сейчас чем-нибудь вытрем. И будем делать свои дела. Посидели, позаливали. Ну такой, Wi-Fi для заливания слабенький. Еще у меня ноутбук разрядился, а залилось там только 50 с чем-то процентов видео. И кушать охота. Нифига себе. Это что дошел прогресс? В общем, пойдем мы тут прогуляемся. Здесь в паре километров торговый центр какой-то большой есть. Там магазинчики. Как таковое-то, в общем-то, особо ничего не надо. Но что-то мне какой-нибудь пиццы захотелось. Или кебаб какой-нибудь. Винограднички, да? Огонь. Просто там сидел. Итальянцы все сидят, там пиццу кушают, там то-то все. Я пошел на цену, посмотрел, аппетит пропал сразу. Но это заправка. Она всегда дороже. Пойдем в этот торговый центр, может там что-нибудь скушаем. Там махонький кусочек пиццы, там что-то 5 или 6 евриков. Да ну, она мне поперек горла станет за такие деньги. Вот пока ноутбук заряжается в машине, пойдем сходим. Покушаем, пройдемся, прогуляемся, потом вернемся и опять пойдем в эту кофейню. Там хорошо, под кондером сидишь, прохладненько. На улице жарко, очень жарко. И вот так вот хорошо, когда есть выход с заправки. Не то что у немцев. Запакуют, шаг влево, шаг вправо не сделать. Теперь я точно вижу, что это виноградники. Только винограда не вижу. Ладно, смотреть не пойду. Еще не так поймут. Автобан гудит, жарко. Ну, наверное, сегодня вечером, если будет возможность, пойдем в душ, раз на халяву. Но
это будет вечером. Макрон Стор. МБЦ-центр какой-то торговый. Ну, почти пришли. Смотри, видите, местные тут прям сюда заезжают. Не стесняется. Зачем ехать, когда можно пешком сходить? Вон, что-то нарисовано. Бургер Кинг. Может, даже в Бургер Кинг схожу. Что-то хочется такого неполезного, но вкусного. А, магазинчики какие-то торговые. Вот нам туда. Видите, Центро, Коммерциале, Экстра, чего-то там, куб какой-то. Так что мы почти притопали. Да, как это ты говорил, 20 минут. 15 минут иду, как раз. Куда-то зашли, но это совсем не продуктовый. Пойдем глянем, о чем тут педали. Ой, сколько тут. 12 евро. А нет. Разный ценник. Ой. Эти, например, 30. И по 70 есть, видите? По 90. Салатовые. Без расцветки, что ли? Ценник такой. Тоже 70-80. Во! 140. Что у них такого? Ты говорил, один богатый человек. Очень богатый. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи, да? Ну, в общем. Всякие спорттовары. Короче. Хотите подраться, 50 евро я на ваше. Это что? А, это сюда вешать. Понял? О. Ты тяжелая. А такой сколько стоит? 600 евросов. Сто 24. Сколько такой лесопед? 400 евро. А дорожки беговые. У меня дочь беговую дорожку бросит. 500 евро. Ё-моё, я говорю, нафига тебе дорожка? Выходи на улицу, да бегай. Пока отговаривать получается. Так, ну, в общем, нам-то тут... О чем шорты? Так,
Шорты мне тоже не надо. Ну, тут уже, вот видите, такой навесик, 400 евро. Не, Бобби, я внутрь не пойду. Лишний раз вот эту вот гадость одевать. Я вообще не представляю, как в них можно сутками находиться. Тут, блин, 5 минут, 10 в ней побудешь, все, потом все чешется. Не представляю, как люди еще работают в них вот с утра до вечера. Респект, конечно. Так, что, пойдем куда тут дальше? Экстра, что-то там, медиа. Вон турок прямо сюда приехал, он с полуприцепом. Зашторился, я так понимаю, и нормально. Ни один турок. Так, торговые центры тут только начинаются. Мы только один посетили. А если мы вот так перейдем, никто ругаться не будет? Наверное, нет. О, открывайся. Вот, коммерческий центр какой-то. Тоже скажу, не дешево. 6,50, вот 50, 4,50, 5,70. Кусочек пиццы скушать. Пойдем походим. Наверное, придем скушаем. Ё-моё. Тут ходить не переходись. Охренеть, какой же он тут здоровенный. Ой-ой-ой. С ума сойдешь, тут ходишь. Ну тут так хорошо, на улице так парит. Такое ощущение, что... Как вот перед грозой, перед дождем. Ну я посмотрел в телефоне, дождя не намечается. Media World. В общем, ладно. Пошел я тут. Чика, то сото что-то. Пошел я, похожу. Примерно как все это выглядит, я вам показал. А вот и продуктовый. Возьмем с собой эту штучку. О, убойный. Пошли посмотрим, что тут есть в убойном. Интересного. Ого. Дофига чего. Как говорится, на любой вкус и цвет. Вот как Иглевич, импортер Польша. 7 евро. Калиска по 5,39 даже есть. Даже вон 4,89 есть. Рояль какой-то, Лондон Грей. Мне не надо, поэтому это я так, чисто посмотреть. Вот, ну магазин как магазин, все как везде.
огромнейшая. Овощи, фрукты, прочие продукты. Чего тут только нет. Этот кусочек мяска стоит 41 еврик. 42. А вот хамон. 151 евро. Ну тут и подороже есть. Так 10 380, 165 евриков. Пляшечки такие, да? Огонь. Купил, холодильник закинул и кайфуй. На ходу есть. Грызи ее. Доброе утро. Четверг, 23-е. Такой DAF. DAF, ладно, такой прицеп тут интересный. Моторспорт. Наверное, какие-нибудь мотоциклы перевозят. Ну или оборудование всякое для этих всех гонок. Кстати, за рулем доктор Албан. Ну, у нас вроде все в порядке здесь. Пойдем водички в кабину наберем. Сегодня есть надежда, что пойдет движение. Сегодняшнего дня у нас официальная загрузка, но официально как бы первая, которую мы уже забрали по заявке. Возможно, решат вопрос, мы сегодня сможем забрать, поехать вторую. Если же нет, то еще придется стоять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Больше раз брызгал. А ладно, все равно жарко. Такие вот мысли. Сейчас пойдем в душ купаться. Как раз все разъехались. Душевые уже будут свободные. Время 7 утра. Уже солнце, видите, как высоко. Чайку попьем. Все как обычно. А вон и доктор Албан.
там. Пока душевые закрыты. Вы видели, сколько народу? Вот они все с утра заезжают кофейку попить. Черт, закрыты душевые, но... Да, сколько людей, да? Будем ждать. Будем принимать СПА-процедуры. Ну, мы на своем боевом посту. После душика. Огонь. Сидим вот в уголочке. Не все итальянцы тоже убирают за собой. Сидим в уголочке под кондёром. Заливаем вам видео.